Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уніан ТБ. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні у нас в гостях політолог Андрій Бузаров. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Сьогодні ми поговоримо про нові вектори парламентської роботи. Що ж, Андрію, наприкінці минулого тижня спікер Верховної Ради Андрій Парубій озвучив ключові моменти реформування парламенту. На вашу думку, чи здатні депутати реформувати самі себе? Ну, я думаю, на сьогоднішній день це маловероятно. І без жорсткого контролю со стороны Запада и общественности украинской, я думаю, наши депутаты не горят желанием реформироваться. И благо тому, что есть контроль сейчас и со стороны общественности, экспертов и многих общественных организаций, и со стороны Европейского Союза и американских партнеров. Вот вы сказали на теперішній час. Давайте проясним, чому саме це маловірогідно. Ну, потому что на сегодняшний день сам уровень развития украинского парламентаризма и связь многих украинских политиков, депутатов с прошлым, она мешает реформироваться. И наличие всех коррупционных схем, различных там других факторов, которые влияют на нормальное функционирование парламента, оно есть. Поэтому нужно время, чтобы это ушло. Что самое предназначается у реформе парламента, что озвучивал Андрей Парубий? Непосредственно Парубий конкретно не говорил, какие именно пункты или статьи будут меняться регламента. Я думаю, что глобально, если мы говорим про изменения там, украинского парламента, нужно изменение в Конституцию внести. Но это маловероятно сейчас. Поэтому речь идет, в словах спикера Верховной Рады и Парубия, о внесении изменений в регламент Верховной Рады. Я хочу напомнить, что в марте уже были утверждены европейские рекомендации, поскольку, вы помните, тогда была делегация украинских парламентариев ездила в Брюссель, и, очевидно, тогда были какие-то вопросы согласованы. Я думаю, будет два-три аспекта, безусловно, коснуться в части реформирования. Это, прежде всего, вопрос принятия решений либо абсолютным большинством, то есть 226 классический, либо простым большинством, в зависимости от того, сколько людей будет в Верховной Раде. Коснутся также вопросов и прогулов, и реформирования комитетов, это извечная проблема, то есть оптимизация работы комитетов, ряд других моментов. Зрозуміло.